пошаговая схема простая. То есть вначале мы тестируем, как человек относится к партнеру, ну, с которым этот порог был пройден. Представь, что вот внезапно встретил партнера. Мы калибруем чувства, которые возникают, телесное состояние. Потом последовательно проводим через серию шагов. Общий смысл такой, что человек возвращается к началу отношений, вновь находит то хорошее, что тогда было. И потом представляет, что у партнера свой жизненный путь, что отношения закончились, партнер пошел своей дорогой. Ну, а человек идет своей дорогой. Что, ну, просто пути разошлись, тут нет ничьей вины. Ну, или ответственность общая. И снова тестируется случайная, моделируется случайная встреча, как будто бы вот они встретились, и мы проверяем, как изменилась физиология или нет. Очень часто она быстро меняется. То есть, ну, 30-40 минут и происходит переоценка. Я не видел ни разу, чтобы, допустим, после нейтрализатора порога люди вернулись друг к другу. Хотя такое, в принципе, возможно. Но можно смотреть друг на друга вообще, ну, на отношения после этого, ну, как-то спокойнее. Признавать то хорошее, что было. Можно договариваться с партнером уже не воюя, а так как-то по-мирному. Вот. Простая, можно сказать, даже примитивная, но такая мощная штука. Я делал ее 10.